число есть не только в математике, но и в русском языке. Посмотрите на экран. Мы видим слова: стол, столы, корабль, корабли, тетрадь, тетради, малыш, малыши. Чем отличаются слова в столбиках? В первом столбике имена существительные называют один предмет. Мы говорим, что эти имена существительные стоят в единственном числе. Во втором столбике имена существительные называют несколько предметов. Мы говорим, что эти имена существительные стоят во множественном числе. В русском языке большинство слов употребляется в единственном и множественном числе. По дороге едет машина. По дорогам едут машины. В саду распустилась роза. В садах распустились розы. В русском языке есть имена существительные, у которых число не меняется. Имена существительные: сахар, молоко, листва, музыка, кино, масло, град, метро и другие употребляются только в единственном числе. Эти имена существительные называют то, что нельзя посчитать. Имена существительные: санки, ножницы, брюки, клещи, бусы, духи, макароны, сливки, каникулы и другие употребляются только во множественном числе.